Ось так нас привітали з ним, незалежності нашої країни, України. Така в нас є патріотка у класі нашому. Чудово це все, дуже чудово. Всім привіт нашим любимим підписчикам, нашим прекрасним зрителям. Надіємося, у вас все хорошо. Неделька подходит к концу, будут выходные, и вы проведете их очень-очень-очень хорошо. Как вы могли видеть, нас так мило поздравила сегодня наша соотечественница, наша украиночка Татьяна, ее зовут. Очень приятно, всем подняла настроение, очень так, знаете, трогательно было и душевно. Да, поэтому хорошо. Всех наших украинцев поздравляем с Днем Незалежности. Все буде добре. А тепер ми будемо показувати вам розпаковку. Що ж ми приобрели? Давно не було розпаковки, і там написали нам, що знімайте лучше розпаковки. Нам не цікаво ваша просто життя. Ну, давайте. Давайте посмотрим на 4 штучки булочек здесь. 4 штучки булочек. Булочек. Солодощі, євро. Така скидка була прекрасна, поэтому грех не взяти. Що здесь? Опять Настины вафли какие-то, я... По скидке. Я молчу. Я их просто шла с курсов, не выдержала. Давай, Настя, Настя. Начала есть. Простите за... Также ваши замечания по поводу того, что мы камерой дергаем. Вот теперь я поставила на штатив, и распаковку вы можете наблюдать без всяких там этих. Две зеленых помидорины. Я так скажу, помидорины, да. Помидорки. Такие помидорки, евро 39 килограмм. Но они реально зеленые. Нам также, для чего так? Как обычно идет перебивание, но вы не обращайте внимания. Значит, что? Такие вот грибочки, евро. Очень прекрасная цена, да, Настя? Скажи, 400 да. грамм барбекю. Нам они как раз нужны для одного прекрасного и вкусного блюда. Типа барбекю. Настя вам также будет показывать в следующем видео. Или я, не знаю, Настя, или я, кто из вас захочет готовить. Так, такие вот перчики 2,19 за килограмм. Здесь у нас 880 грамм, на евро 88. А рядышком были тоже перцы, в общем, 500 грамм, зеленый, желтый, красный за евро. То есть разницы в цене вообще практически нет, но 19 центов разница, да, потому что 2,19 за килограмм. А здесь, по крайней мере, можно взять одного цвета перцы, и они вкуснее, чем зеленый. Желтый еще нормальный, а вот зеленый вообще мне не нравится. Зеленый безвкусный, бывает даже горький. И такой, знаете, я как-то один раз отравилась таким перцем. Ну да. Сладким. Это было еще в Харькове, но я запомнила это на всю жизнь. У меня тогда был день рождения, и перед днем рождения мы пошли там в магазин с мальчиком, и... Взяли готовые салаты, кулинария, в общем, и вроде как салат был нормальный, короче, все, капут, отравилась. Ну, и этот перец я до сих пор помню. У меня на следующий день рождения, у меня работа, извините, тот, кто кушает. И вообще, я до сих пор вспоминаю это, я этот зеленый перец больше вообще не ем. Ну, давай дальше. Показывай. Такая да? была. Да. Предисловие. Ты всегда помнишь. Такой вот, что? У тебя непереносимость, я имею в виду, то перец, то кальян, то еще что-то. Сыр. Тоже нам для чего-то понадобится. Рецепт, был рецепт, может быть, сыр. Конечно, а так ты тоже, то есть я? Ты будешь. Смотрите, вот такие. Огирок. Огирок 55 центов. Мини рома риспентоматен. Правильно? Рип. Риспентоматен. Килограмм филе. Килограмм евро 11. Взяли килограмм филе, то 10 евро. 10 евро. Помидоры евро 11. Да. Перец. Картофелло. И здравствуйте, мужчина в магазине подошел, говорит. Где здесь у вас лук? Ну, на немецком. Сливы, да? Да, да. Я же ему показываю зеленый лук, а он мне говорит, нет, мне надо обычный. Я ему нашла. О, там еще. Я говорю, так, бита?
Так, что вам еще интересного рассказать? Сегодня вот у нас было две девочки такие с футболочками «Доброго вечера, мы из Украины». Ну как девочки? Девушки, ну не важно. Вот, и наша учительница решила прочитать, как же будет это, как она это сможет выговорить. И вы знаете, у нее получилось довольно-таки неплохо. Она говорит: «Доброго вечера, мы из Украины». Не, она сказала: «Доброго вечера». Вечура как-то так. Да, мы из Украины. Украина. Так, ну вообще, да. Повеселила. Ну, конечно, много о чем общались. Интересный факт она нам открыла. Мы... А так, Гурина Бенберзент, Украин, Украина. Украиниш? Не знаю. Нет, украиниш — это украинский. Ну, да. А, украинский, господи. Ну, короче, такое было прикольненько все это. Да, пообщались в начале как урока. Пришли, я не знаю, но у нас сейчас только выделился на общение с учителем. Она интересуется, конечно, всегда Украиной. Настя, что мы показываем, Сева не показываем? А что спрашивает? Да мы, ну, я думаю, что... Сева сейчас не показываем ничего. А зачем? Ничего страшного. Ну да, мы вас все равно раздражаем. Можете просто послушать, кто хочет. Вот. Что еще? Наташа, которая музыкант, которая очень хорошо знает немецкий со школы, она у нас тут в городе пела на шляпе вместе со своим сыном и невесткой. Также Настя, нет. Я налью. Но просто вы не понимаете, что газовый, вот, пожалуйста. Газовый ход, это надо... Наташа. Она привыкла Настя с бутылки пить. Нельзя его. Вот газы уже пошли, пожалуйста. Газы уходят. Вот, и она вот привыкла с... Ой, привыкла. Ты просто берешь и все портишь, Настя. Она знает немецкий язык. Да. И она, возможно, сегодня тоже будет петь в Дюссельдорфе. Ой, петь. Ну, она и поет, и на инструменте играет. В общем... И сын у него, и вся семья у нее, да, творческая, у нее вся все. Семья. И невестка. Это так удивительно, действительно, просто и муж, все дети, родственники. И невестки, и так дальше. Да, то есть сыновья, они музыканты, и они вот познакомились, да, там у себя, где они учились. А можно я скажу? Можно! Ну тогда мы давай сама разговаривай. Стоять, назад. Назад! Ой, я не могу. Вот, абьюзер вам, только который уходит. Что абьюзер? Ну ты меня уже просто достала, Настя. Давай говори. Ты мне не даешь вообще ничего рассказать. Я просто думала, что ты портишь мне? Перевести невестка, потом сказала невестка. Невестка так и будет. Вот, я же не знаю, в общем, что. Мне... И сыновья познакомились тоже с девочками, которые музыкантки. И они вот поженились. Ну, в общем, вообще, просто все музыканты. И муж ее. И сестра у нее тоже в Дюссельдорфе, она поет, она в филармонии выступает. Вообще, просто да, такие, это так удивительно. И они все очень-очень хорошие люди, да. Очень хорошие. Сами с Киева, вот, вообще класс. Да, надеюсь, мы скоро с Наташей как-нибудь встретимся. Да, и да. Многие ее знают, она никогда, она всегда за съемку, она вообще классная. Ладно, все, не будем вас особо грузить. Такая вот у нас распаковка, кстати говоря, не сказала, сколько все это коштовало. Нам 25 евро, 1000 гривен на гривны вам просто переведу. Ну, как-то так, филе килограмм, будет классное блюдо, будут перчик разрезается на половинку, начиняется филешкой, Аня, зачем ты майонезом, сырком, когда надо же показать еще. Ну, это же рецепт. И что дальше? Ничего страшного. А, в общем... Я думаю, что закупка нормальная. Картошки 2,5 килограмма. Опять-таки, повторюсь, килограмм филе, помидоры есть. Да, ну, не видят. В общем, как-нибудь... Грибы, да. Что-то придумаем. Как-нибудь пропетляем. Да. Надо есть меньше сладкого. Как видите, кока-колы здесь нет, соков нет, одна вода. Правда, газированная вода, но что? И сладости. А, я сказала, сладости нет? Ну, ты не сказала, но просто не уточнила. Ну, газировка на чем сайте? Я взяла только вот эти, что за евро, а Настя захотела вафли. Да, я захотела это, но я накричала Аню Мазине, что газировку не надо. Сел у Насти телефон, поэтому буду уже завершать это видео. Также будет видео рецепта и стрим, скорее всего, будет. В общем, как-то так. Все, ребята, всем хорошего настроения. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех вас очень любим. И до новых встреч. Пока!